Гигантские драконы, сказочные ящеры и мифические птицы появились на улицах Вьетнама. Так жители страны отмечают второй по значимости праздник по восточному календарю. Это день середины осени, или как его чаще называют, день Луны. Это один из древнейших праздников. Первые упоминания о нем появились еще за 1000 лет до нашей эры. Отмечают его в день осеннего полнолуния. Отсюда и второе название. Считается, что именно в это время Луна светит ярче всего в году. Праздник знаменует середину года по лунному календарю и время завершения сбора урожая.